капуста брава. Это капуста тоже давно у нас на рынке. До нас, к нам приезжали даже с Америки ребята, ее узнали сразу на поле, это браво. Дэн Ихудич рассказывал. Вот. Это капуста 80-90 дней для непродолжительного хранения. То есть она может до февраля месяца лежать в оптимальных условиях, если. Вот. То, что мы заметили последние, ну, в принципе, эта капуста в последний момент набирает сахара за счет этого, трипс, ну, этот наш любимый вредитель, поселяется на нее в последние моменты. То есть надо сосредоточить систему защиты последних две недели периода вегетации. Да, она будет чистая. Вот эту капусту у меня каждый год S-Росток берет, у него тут тоже в проховке она присутствует. На 20-30 гектар они ее садят как июльскую, то есть период летний. Вот. И она у них получается по 80-90 тонн. Отличная капуста. Одна из любимых капуст нашего хозяина Дэн Мефодича. Кстати, он и с нее начинал. На рынке она давно уже. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.